Больничка, спасибо большое за донат. Текст доната на запись. Жестко эксклюзивно скидываю сейчас в ЛСТГ первую демку с EP с вокалом моим, потому что забывался ждать, пока эти бабы скинут вокал. Немножко бы цвести надо еще, но мне пиздец как нравится. Отлично, да, на самом деле я тоже вот постоянно из-за того, что долго слишком ждать других людей, я из-за этого научился делать все, что можно сам. Потому что другие люди просто капец иногда, тормоза. Нравится барабанная партия. Инфы по музлу. Вокал в одной руке микрофон, в другой самокрутка и банка энергоса. Это важно, я считаю. Это, я думаю, значительно должно повлиять на качество произведения. Немножко невыспанный, да. То же самое, что тебе Жока говорил, помнишь, ты скидывал, что у тебя вступительная часть слишком тиховатая. То есть она должна по ощущениям быть тиховатая, а не буквально тиховатая. Барабаны звучат довольно хорошо, с таким небольшим румистым эхо классным. Партия, да, такая тоже. Больничка, куда дать ссылку? Куда на тебя подписываться? Люди требуют. Как после реактора? То есть ты вот типа ты сделал, как я предлагал, и в итоге получилось круто. Надо же! Удивительно! Как же это так вышло? Удивительное совпадение. А я думаю, что мне так нравится? А оказывается, это ж я же и сам не советовал. Обосраться забавно, что барабаны далеко звучат, а гитары такие in your face. Барабаны даже слишком далеко звучат. Ну, слишком типа... Короче, пространство немножко конфликтует, как будто внутри музла все равно. То есть есть такое ощущение, что, ну, типа, ты не комнату себе представляешь на репо... А хотя ты говорил про ангар, типа, да? Но странно все равно, в ангаре слишком хорошо звучат гитары тогда. Аудиокартина Анадыря. Ну да, наверное. Или скорее барабаны звучат слишком румис. Я не знаю. Не знаю, не, прикольно, мне нравится на самом деле. Можно, может быть, даже ничего и не надо трогать. Я просто пытаюсь хоть к чему-то прикопаться, чтобы вот сформулировать, вот есть какое-то такое, как будто, вот, ребят, смотрите, вот вам пишут. Ку-
куда подписываться. Александр, спасибо. Что есть там вообще утробные звуки? Наверное, просто, типа, барабаны, они звучат в целом хорошо, но немножко, ну, короче, слышно, что нарисованы, и что они не совсем, не супер точно сделаны под живые, вот так, то есть есть кое-какие детали, которые выдают, но, типа, по идее, насрать, на самом деле, клёво звучит. Хорошо еще. То есть гитары, это все прикольно, все атмосферу создает. Здорово. Спасибо большое за донат, мое почтение. Ну, все, вон, у меня уже ссылки просят. Значит, собственно, все клево, успехов. Ну вот. Буду потом когда-нибудь скоро говорить, что вот просто гордиться. Приложил руку. Хе-хе.